Итоги пожароопасного сезона и задачи на будущий год обсудили сегодня в правительстве республики. Так, по итогам этого сезона в Якутии зарегистрировали 157 лесных пожаров, в том числе 4 на землях особо охраняемых природных территорий. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 17,5 тысяч гектар. Предварительно на тушение пожаров потратили более 108 миллионов рублей. Как отмечают специалисты, в этом году улучшилась оперативность ликвидации огня в течение первых суток. Основными причинами возгорания лесных пожаров в этом году стали сухие грозовые разряды и неосторожное обращение с огнем. В ходе розыскных мероприятий установлено 25 причастных лиц. В том числе один малолетний ребенок в Кабаевском районе, из которых 18 граждан привлечены к административной ответственности на общую сумму 70 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела в Мигно-Кангаласском и Среднеколымском районах. В отношении двух виновных планируется возбуждение уголовного дела в Черчинском и Намском районах.